А он это записал. 5, 4, 3, 2, 1. Ребятки, добрый день! У нас начинается Машин день рождения. Посмотрите, мы надули шарики. Вот Машин подарок. Пойдемте ее будить. Мы ей так поставим шарики, она только посмотрит вниз, а там шарик Маша, посмотри сюда. Маша. Маша, с днем рождения тебя, Маша. Днем рождения тебя. Днем рождения тебя. Машка, зачитывай. За Соня. Это тебе от Ани, а это от нас с папой. Тебе надо вставать и уже собираться, дочь. Я жду лимузин. Тебя ждут друзья, лимузин и твой праздник. И подарки. И подарки, да. Аня, давай поздравляй сестру. Вставай, тебя ждут великие дела. Мы его уже накрасили, сейчас мы уже едем на место, где будет проходить все. Я во время трансляции вчера поздравила лайкеры популярные, потом подписчики мои, конечно же. Поэтому, ну, и сегодня поздравила Настя Кош. Да, поздравила еще мой брат. Поздравила жена моего брата. И поздравила бабушка моя. И вторая бабушка тоже еще поздравила. И моя другая сестра еще поздравила. Друзья мои. И я поздравила. Мы все едем. Мы будем сегодня праздновать в самом центре. Выбрали такое замечательное место. Очень прекрасное сегодня. Погода классная. Дождя не будет. Когда Маша ты родилась, вообще вот такая погода и была. Солнечная, жаркая, ни единой капельки дождя. Вот мы проезжаем сейчас через мост, и буквально несколько минут, и мы будем на месте. Ребят, к нам приехали фамилия Бокс, я очень рада, кроме тебя, я очень люблю, просто обожаю. Да, к нам приехали фамилия Бокс. Привет, спасибо. Так, Машу поздравили. Вы знаете, что сегодня за день, что сегодня нам предстоит. Нам предстоит поехать на лимузинчике. Все хотят, или это очень скучно и весело? И, наверное, мы останемся здесь, посмотрим на эти замечательные шарики, или все-таки мы хотим на лимузин. Здорово. Ну и, конечно, хотят поснимать видосики все, правильно? Да. Меня зовут Саша, еще раз повторяю, да. Я отвечаю за юмор в нашем клане с Катей. Катя отвечает за красоту, обаяние и за все остальное. Ну что, девчонки, ну, давайте всем привет в YouTube. Мальчишки, девчонки, Кристина, Милана, Макс, Полина, Диана, Эля, правильно? Аяна. Маша, конечно же, Анютка, малютка. Брови вышибла. Маникюр. Ну-ка, маникюр можно, пожалуйста? Вау! Ну просто красота! Замечательно. Ребят, а поднимите руки те, кто прилетел сюда на день рождения. Да ладно. А поднимите руки те, кто впервые вживую видят Машу.
Отлично, отлично, друзья. А ты? Что ты не поняла? Конечно, обычно я только лайкала ее, ну ладно. Итак, хорошо. Маш, скажи вот прям, какие у тебя впечатления должны быть от сегодняшнего праздника? Что ты хочешь вот больше всего? Ну, мне кажется, очень сильно. То, что караоке отстоит, мы поняли. Это совсем для взрослых, все мы поняли. Что ты хочешь от сегодняшнего дня? Ну, просто видео хочу снять. Крутые видео. А кто за то, чтобы снимать в лайки видосики? Нет, крутые видео. Нет, ну в смысле? Я за крутые видео. Все, один будешь снимать. И снайперы-тиктокеры, пожалуйста, не преследуйте нас сегодня. Хорошо, друзья. Маш, скажи, вот у тебя огромная публика в лайке. И также ты еще сидишь в тиктоке. Где тебе больше нравится? Ну, я, конечно, больше снимаю в лайке, но лайки. Там тоже идеи ищу, но в ТикТоке тоже иногда смотрю идеи. Неплохо, по-моему, неплохо. К тебе идут. О, еще гости! Здравствуйте! Вручайте подарки! Так, ну у нас еще только Аскаридзе, да? А сколько он говорит ему времени? Да, наверх прям фотозона. А, ну точно здесь еще. Держи, а то я могу унести это с собой домой. Друзья, а кто хочет первый поздравить нашу именинницу? Вот так вот прям сходу. Давай, проходи, смотри ей прямо в глаза и пожелай всего, что ты хочешь. Я желаю тебе счастья, здоровья, всего, что ты хочешь, чтобы все исполнилось. Чтобы... Не готовила, хватит речь, пошел. Я все записала в посте. Да-да-да. Так, чтобы вы сами никуда не ругались, чтобы у вас всегда был мир. Вот, и всего хорошего. Спасибо. Ура! Отлично! Следующий будет у нас мистер Максим. Максим? Я очень рада, что я с вами познакомился на фестивале лайкерском. И желаю тебе сегодня очень хорошо провести день, так и следующий спасибо. Год. И вот честно, пока я сюда ехала, я прям не верила. Я думала, сейчас ногу подверну, сейчас самолет упадет. Ну, как всегда, так что все поздравляю. Спасибо! Аплодисменты, друзья! Макс молодец! Так, кто следующий готов поздравить? Может быть, вы, юная леди? А вы такая прекрасная, извините, Милана перебила очередь. Давай, Миланчик. Маша, с днём рождения тебя поздравляю. Спасибо. Желаю тебе счастья, чтобы ты снимала побольше лайки, чтобы ты никогда не болела и у тебя семья будет нормально. Отлично, обнимашки, замечательно. Классно и красиво, давай, поздравляй. Я тебе желаю счастья. Обнимашки! Замечательно! Девчонки, кто-нибудь из вас может быть? Леди Инпинг, может быть? Ладно, позже, давай ты. Давай возьми телефон. А, ты хочешь прям так, давай. Я желаю тебе счастья, здоровья, чтобы у тебя было все хорошо, чтобы все твои мечты сбывались. Я очень рада, что с тобой познакомилась. Спасибо, что жизнь меня свела именно с тобой. Мне, короче, самая лучшая, самая красотка, самая речевая. Да-да-да. Спасибо. Отлично, кто следующий? Давайте, кто не поздравит, в лимузине не катается, друзья. Все просто. Давай. Здоровья, все, что ты хочешь, чтобы сбывалось. Чтобы все тебя любили, уважали. Спасибо. Отлично, кто следующий? Полина, спасибо. Давай, давай. Подожди, ты видео забыла включить, как так? Включай. Здоровья, счастья, любви. Это подошли. Замечательно. Кто еще не поздравил? Я же снимала сбор. Давай, проходи сюда. Ты вот, напоминаю, видишь ее вот так вот вживую впервые, поэтому давай, поздравляй. Желаю тебе всего самого лучшего. Я очень рада, что это сам для тебя. Замечательно. Так, кто еще не поздравил? Ну давай, красотка, миссис опоздун, давай. Желаю счастья, здоровья и чтобы у тебя была подписчика побольше. Спасибо. Просто потрясающе, замечательно. Так, все поздравили? Да. Точно? Да, да. Никто там под шумок не спрятался? Мы фотографируемся в дом Оскара с сестренками и мы ждем еще. Мы ждем еще кого? Олечку. А, Олечку, да, она тоже сказала, что опаздывает. На меня терпели. Раз, два, три, камеру. Друзья, встречаем наших малых опускунов! Так, вот, привет!
желаю тебе счастья, здоровья, успехов, удачи, вот всего самого крутого, прям, чтобы все было супер, чтобы все, что ты делала, всегда шло на ура, на успех. Поэтому да, ты думала, тебя боешься. Нет. Ну и с тебя начнем. Давайте кто-нибудь из вас. Давай, твоя лошадь. Маша, я тебя поздравляю с днем рождения. Ты огромная молодец. Самая крутая. И еще поднимался в рейтинге. На первое место. Спасибо. Отлично! И все-таки дошла до тебя очередь. Да. Маша, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю всего самого лучшего, чтобы у тебя был 1 000 000 подписчиков, даже больше. Все, поздравляю. Спасибо большое. Отлично. И, друзья, давайте еще раз 3 раза прокричим громко с днем рождения. 1, 2, 3. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Я хочу пить и есть, а я не ела сегодня. То есть лимузин тебе нужен для того, чтобы поесть, да? Ну, естественно, надо все же еще. Детский сад, штаны на лямках, мы идем гулять в Панаму. Вот наш лимузин. Сейчас мы загружаемся все и начинаем вечеринку там. Вот мы уже внутри. И мы начинаем нашу пати! За нас, за вас, и за Кавказ! И за Кавказ! Чин-чин! У Маши началась из лимузина трансляция. Ее задаривают подарками. Настя кот подарок подарила! Все сразу ясно! Ребята, Кока-Кола, верните нам! Отправляемся дальше, друзья. Черный список, мой дорогой. А он это записал. Посмотри назад, он это записал. Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Я никому не скажу. Спасибо. Я сразу подумала. Блин. Ну, черт. Это как вариант. Толпой мы приехали на Воробьёвы горы. Привет, Анюта. Привет, подруга, теперь Милана. Ну да. Сейчас какое-то время ребят поснимают тут на этой высоте в лайки. Какой тренд, ты знаешь? Тренды. И потом мы отправимся уже в ресторан. Перепус. Тут мы уже находимся 40 минут, наверное, но танцы не прекращаются. Все выгружаются, потому что мы уже приехали на место. Здесь недалеко ресторанчик, куда мы отправимся поздравлять Машу. Привет! Привет! Маш, смотри, как Я знаю, литовский, блин, черт, точно! Черт! Это как вариант.
литовском интернету. История и математика. Папа, верите тех, кто угадали. Мы будем по очереди каждого подходить и подносить микрофон. И вы будете говорить ему комплимент. Я Мария, Омайга. Договорились? Маша, у тебя только один выбор. С этой стороны начинаем, а не с этой. Давай. Вот с этой стороны. Ну что, тогда поехали. Первая будет наша прекрасная Анечка. Можно говорить даже без места. Какая наша Маша? Красивая. Идем дальше. Милая. Идем дальше. Комплименты, тем более красивая уже была. Смешная и прекрасная. Смешная и прекрасная. Это я повторяю, не буду, все узнали. Милая. Милая пылаш. Считаю до трех. Раз, два, три. Первая не справившаяся с заданием. А какое желание на вопрос? Что-нибудь надо интересное. Все, тогда ты у нас пока в голове, мы будем думать, что тебе придумать, да, в голове у Маши. Проходи на эту сторону, ты в числе выполняющих желаний. Идем, кто следующий? Позитивная. Позитивная. Было? Раз. Два. Да ведь считаю. Три. Четыре. Великолепная было, ты пропустил красотку. Привлекательная, его дальше. Рыбная принцесса. Отлично, дальше. Самая лучшая. Самая стильная. Сезон третий, друзья. Как тебе удалось одной не справиться с этим заданием? Она ведь моя мечтница, поэтому тоже как-то все символично. Они вдвоем стоят здесь. Ну, возможно, потому что, да, сегодня день рождения еще и у нашей красотки. Скажи, сколько тебе исполнилось? 11, взрослая леди. Да. Поэтому давайте ее тоже наградим аплодисментами. У нас сегодня целых две именинницы. Это потрясающе. Ну что ж, желание мы тебе придумаем чуть позже или ты уже придумала? В процессе, да? Я не думала. Да. Ну хорошо, тогда смотрите сейчас. В эту же секунду мы разделим вас на две команды. Придумать свое фирменное движение. То есть на придумывание названия команд и движения у вас ровно 60 секунд. Время пошло! Позже. Раз, два, три. Браво, и все! Все, все, все. Сейчас вас ждет необычное задание. Вы же все в тренде, верно? Да, вы все в тренде и хотите быть в тренде всегда. Вы знаете, что есть еще звезды у нас на эстраде, помимо Лайка, ТикТока и всего, верно? Вы знаете, что есть звезды, да. Кто-то песни поет, кто-то актеры там. Есть еще различные популярные звезды. Так вот, сейчас у вас задание будет такое. Скоро найти нужную звезду. Вы сейчас должны будете собрать обе команды. Только пока слушаю, я дам обратный сигнал. Этот трек они записали совместно. Он называется «Розовое вино». В итоге они переругались. Кого? Кто собирает, вы должны догадаться сами. Три, два, один, поехали! Ну что, тогда самый торжественный момент наступает через 3, 2, 1. Поехали! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to me, oh my god! Вот он! Ну что ж, Мария, напомни нам всем, сколько тебе сегодня исполнилось. 13, тогда сейчас! 12. Мы сейчас посчитаем от 1 до 12.
И ты задуешь все свечки. Ты готова? Все готовы? Так, начинай! 3 через год. Ну вы тоже нас приглашайте. У кого там следующий день рождения? У Лизы Джакимовой. Лиза, 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 Лиза